Снова в первый раз в этом году пришли купаться на мель. Идеальное место для детей. Вон в желтом круге бродит наш мелкий. Очень удачно. Не надо подстраиваться под отдыхающих на пляжах, как приходится делать, когда пристаем к берегу. Никому не мешаем, и нам никто не мешает. Просто супер. А так как сегодня обещали грозу прямо в это время, народу здесь не так много. Люди сюда на Пироговку, на нашу мель приходят даже из Пестовского водохранилища, потому что здесь очень замечательное место для того, чтобы отдохнуть с детьми. Вот Олежка наш мелкий, 2,5 года идет. Даже он здесь окунулся, потому что мы неделю были на Дону. Воды боится вообще, не залазил. Страшно, но ничего, если научиться плавать, не страшно совсем. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Что? Я старый, совсем попутал. Че, предлагаю грот поставить? Грот? Может, такси, нет? Нет, грот. Ну, а такси мы легко развернем, а грот долго ставить. Не на якорь? Я туда и уже, я уже поняла, что туда прилетит. Наша папа сила. Одна папа сила. Да-да-да. Что, будем таранить буёк? Не, буёк не будем. Оставили мель позади. Да, будем остался, будем прошли. Подняли паруса. Еще не все пока только крот. И готовы гулять дальше под парусом. Пляжи и все берега, где можно маломальски искупаться, на Пироговке кишат людьми, просто кишат. Подойти к берегу для того, чтобы пришвартоваться и покупаться, очень проблематично. Всегда будешь кому-то мешать, тебе будут мешать, поэтому мель – это идеальный вариант. Флажок там. Мы пришли в новое нам место. В такую бухточку, не знаю название. Сейчас покажу ее. Вот такая бухта. Здесь достаточно многолюдно оказалось. На этом берегу глубоко, можно не поднимать вверх. Но, если честно, мне пока что на мели нравится больше. Потому что у тебя дети плавать не умеют. Мы натянули тент, потому что гремит и, в общем-то, надвигается дождь. Вообще здесь есть небольшой пирс. Вот он за этим оранжевым катером маленький. Но пирс занят. Поэтому мы
Сейчас покажу, растянулись вот так вот к березе от носа, а сзади кинули якорь. Конечно, мы не думали, что здесь будет столько народу. Здесь вот рядом с нами даже тарзанка есть. А, брызги на нас, да, полетели? Папа балуется у нас. Ага. А вот и дождь. Олеж, залезь, пожалуйста, под тент. Садись туда. Теперь сидим, пережидаем дождь. Наблюдаем за соседними ямами. Приняли решение идти обратно вверх, уже почти 6 часов. Сейчас надо аккуратно портоваться, потому что мы здесь соседи. Олежа, сядь, пожалуйста. Присядь, пожалуйста. Накинули куртяшки, потому что прохладно, ветерочек. Вытягивает якорь. Что там? Ого! Гляньте-ку, подними выше! Подними выше, я не успела снять. Смотрите, какой кусок ила на якоре. Олежа, стой, пожалуйста. Да.